Спонсор видео – магазин цифровых товаров ZAKAZAKA.COM. Лучшие цены на компьютерные игры и не только. Гарантия 100% и моментальная доставка. А также еженедельная раздача дорогих игр и конкурсы. ZAKAZAKA. Йоу! What's up, nigga? Посмотрите, один тач, один чувак под вообще под текстурами, а другой. Ребята, назад! Назад нужно ехать, назад! Просто суки столкнулись. Ава, Артём, привет! О! Где я оказался? Я на секунду оказался Кирзандин! Стой! Стой! Так, ребята, аккуратнее. Кстати, да, не поздоровался, всем привет! За что мне такое? Да куда, инвалиды вы? А! Хрена! Я ничего не вижу, тут все тормозит. Прикиньте, гонка начинается в текстурах, а потом ты, получается, вылетаешь с этой рампы в мир. В мир? В мир. Куда камеры? Что с камерой было вообще? Почему? А ты Макса уже прошел? Я ее. А-а-а! Что с камерой? Чисто замутил. Да что такое? Что с камерой только что было? Макс, что такое? Видел камеру? Да. Кинематографичная такая камерка еще. Да, неудобно. Нет, зачем такие? С ней невозможно. Так, ёлки-палки, кто-нибудь проехал-то вообще эту рампу? С ней невозможно с этой камерой. Что за карта вообще? Жесть, слушайте. Подожди, что? Мне что-то ничего не понятно, и когда я стартую, у меня очень низкая камера включается. Мне это тоже не нравится. Да сука, гори в аду. Ну спасибо. Прошу. Прошел! Это ты, да, Олег, меня подкинул? Нет, не я, Макс, нет. Нет. Я бы запомнил. Ой, так. Зачем ты этого райдера добавил? Ай. Что это? Блин, почему первые разы все так гладко шло? Я почти проходил рампу. Ну вот так вот, ребята, блин. Тут, конечно, потная такая рампа сегодня, ребят, попалась. Начинается все, естественно, с трудностей. Да, камера! Тогда! Что с ней не так? С ней реально, вообще нереально. А вот... надо В нажать успеть, короче, во. Какой В? В натуре, блин, Леха подсказал нормально такую тактику, но я уже прошел без нее, поэтому нормально. Так. Ну, нереально. Ну, блин, почти. Она переключилась, но... Чита-дрита. Ну, знаете, вот после, получается, этой рампы идет такая спокойная гоночка. Спокойная такая гоночка. Ни одной рампы, по-моему, я еще не видел. Сколько здесь километров всего? Нет, стоп, 35 чекпоинтов. Значит, где-то должна быть еще рампа, скорее всего. Так, ну ладно. Едем дальше. Ехаем дальше, как говорится. Да, прекрасно, из этой конченной камеры даже проехал. Ой. Блин, жопа китайского персонажа. О, не, я уж проеду. О, в смысле? Почему такие камеры делают? Ой, ясно, ребят, тут просто система чисто для лохов продуманная, короче, а? Чё там? Там будет трамплин, который ты по-любому подумаешь, что ты хочешь проехать, а... Почему он его не взял? Я пролетел чекпоинт, он не взял, пидор, лох, не человек. Это типичный Олег. Там, короче, ребят, будет такой трамплин. В общем, вы захотите полюбас его проехать, но лучше заедьте на него, я вам отвечаю. Лучше заедьте на него. Давай. Еще один такой же чувак, я вот вижу, он остановился сразу. Что это за... У тебя, блин, господи, там социальные эти... Что? С роллинги. В смысле? Ну, чуваками орёшь сам такой же. Я сейчас не знаю, как описать словами это все. Макс, ты далеко проехал? Так. Нет, почему я не взял, сука? Аккуратно, блин, ну нет, там маленькая же... рампа была. Чё, куда ехать? Я думаю, проехать можно. Стой, блин, подожди, серьёзно меня? Ой, смотрите, сейчас вырвался, там финиш дог, да, опять первый, ребят. Так. Да, наконец-то с этой дерьмовой... Как её, камерой прошёл. Хикалии, да. Отлично, хикалия, отлично, да, отлично. Хикалия. Так, второй. Если тут... вас зовут Виталий Хикалия, значит, вам привет. А я продолжаю. И по-любому в комментариях напишет, о, меня именно так зовут. Нет, прям чувак со застаком, я тебе вангую. Да. Ну что-то типа такое будет. И финиш! Ребята, я третий. Я вхожу в топ трех, получается, финиширующих. New Generation Wallride, motherfuckers. Новые гоночки, ребята. Да, но... Я перевел переводчик. Но мне интересно, что же означает это? Какие-то новые рампы или что это такое? Новое поколение. Наверное, новая длина или новая, не знаю. Ну, насчет длины. Длина этой гонки 3.22. Принципиально новые рампы. Нет, ребята, расстояние этой гонки 3 километра 222 метра получается. Ты не говоришь, что все остальные 3 километра это будет рампа? Нет, просто само расстояние 3.22 километра, то есть 3.22. Да. Надеюсь, все поняли. Я двух столкнул, отлично, я взял... А я первый, ребята, вырвался на первую позицию, отлично. Зачем, если ты здесь в Wallride, едь как хочешь.
Ну, не сказал бы, на самом деле. Воурайт можно пройти с первого раза, поэтому тогда ты будешь точно на первом месте. Так, 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 так. Оп-оп-оп-оп. Чига-хоп, некрасовский коп, оп. Так. Ой, ну такие шутки прям я не знаю. Это не шутки, это просто я вспомнил, что было раньше, как бы вот. У тебя что с дата-центром, блин, за 12-й год, что ли, что-то напомнилось? Тогда... Ух ты хрю! Охренеть! Да ну, бляха, муха! Офигеть! О! Что это такое? F1 нажал, что там такое? Чё это? Спасибо, что напомнили. Алексей, ох, ни хрена! Вот помнишь, Олег! Тормозить надо, тормозить. А, вот почему все черные рампы? Почему она. Чё, все просто мимо улетают? Господи! Так. Макс, ты видел, да, меня? Привет, передай. Господи! Ребята, да, охренеть! Да куда, спасибо! Я тебе. Да, офигеть! Ох. Просто жесть, ребята! Вы посмотрите, насколько она долго! Она широкая и очень долгая, ребята, это реально новые широкая, рампы какие-то. У меня тоже дата-центр разбился. Это реально какие-то новые гонки, слушайте, рампы таких еще не было. Поэтому, мне кажется, нужно... Черная рампа, что это такое? У меня она нормальная. Нет, она потом в конце идет чисто вся черная такая. Ни хрена себе, она еще прогружается долго. Да дебил, ну не лезь ко мне. Давай, черная такая, нигер. Да теперь пидорас. Пидорас. Что-то бомбилейла, бомбалейла, у я кого-то там. Как его? С чуваком, он меня подрезал на рампе, и я улетел. Ребят, а хотите прикол? Что? Хотите прикол, что прям какой попец, капец какой прикол? Попец? А, возвращаться нужно тоже по этой рампе. Ко-о-о. Возвращаться нужно обратно по рампе, вы прикиньте? О, стой! Тогда нет! Прям встречку врезались с ним. Адская угарная рампа, да? Охренеть. Ужасная рампа, а не адская и угарная. Да не, на самом деле прикольная задумка. Она прикольная, ее легче проходить, чем эти волрайды узенькие. Так там чуваки сейчас будут. Нет, господи! Я, короче, даже заехать теперь на нее не могу, понимаете? Вот смотри, главное, что кто не сшиб меня. Давайте просто, вот мне интересно, вот смогу ли я... Ааа! Тихо, кто это, кто? Охренеть! Охренеть просто. Насколько же это было сейчас близко? Офигеть, просто все че уедут, вот кто... Да-да-да-да-да. Поверхней. Так, вот тут, блядь, алкаш. Так-так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Ё-моё! Место просто, лай! В смысле первое? Нет, идите в жопу, я проскочил. Так, давай. Нет, да какого? Так я почти... Я люблю, мне нравится. Ее легче проходить. Ребята. Реально новое поколение волрайдов. Очень рад, что добавил такую гонку, и на самом... Я не знаю, ее несложно, ну, как-то проходить, да? Да вот... тут встречку, просто бери правый, бери, так, принцип правой полосы. Понимаешь, сейчас как раз таки я и брал вправо, но чувак, который ехал, он меня специально, что ли, врезался так? Да, это... да, есть такой, я специально... Какой я финишировал, интересно. А, тогда, да, значит, понятно, то есть Алексей уже финишировал. Ну стой, чувак, пожалуйста, не врезался. А, хорошо, вот он меня я врезался. Знаю, Максим первый, да, приехал, говоришь? Ага. А я, значит, второй, нет? Так. У меня так. Нет, Лёша, ты четвёртый. Позиция. Давай, финиш! У-ху! Ну, чё, нормально такое. Я залетел, короче, мог бы дальше ехать. Да. Ребята, самая большая... Просто самая большая карта, ребята. Рампа! Самая большая рампа за последнюю, я не знаю, историю, наверное, гоночек. Вы готовы? Я знаю, что вы готовы. Да. Погнали. Олег, весь твой пафос сейчас просто перебил вот эту... Да я сбился, блин! Этому всем насрать. О, тихо, кто там? О, так тут такая же. Так. Так. Держись! Я как мне заехать-то себе бичи, драны, сука. Это дыр-драны, дыр-дыр. Меня подрезали. Дыр-дыр, Олег не гыр-гыр, а дыр-дыр, дырочек. Дыр-дыр, точно, улучшение. Ой, хорош, Лёша, так... Тихо, давайте... Да блядь! Да вы дебилы, что ли, а? Ты... Ха, Олега в бутерброд уже. Ты куда, сука, бутерброд. Дети. Держи дистанцию, не учи, вот тут... На развалюхе на своей же разбой. Твистер, блядь, убивает. Так, ну в общем, ребята. Сука! Блядь, говно. Что такое? Твои гонки, сука, не едет. Так, в смысле, подожди, это ж новый Generation Races, ты чё, Рампс, ты чё, ты думал? Так она охрененная, только хрен заедешь, мясо. На самом деле? Ребята, она поднимается все выше и выше, я иду на обгон, да, блин, даже умудрю... Давай, хочу обогнать! Стой! Тихо, нет. Она черная, когда нет света, вообще говно. Ну на него новая подсветка светит, вроде. О, да, ребята, дальний, просто! Я дальний включил, отлично, больше видно. Что это вообще за полный? Проехал!
проехал рампу, так, окей, нужно обогнать Артема. Артем. Я тоже ее проехал. Отлично. Хорошая рампа, очень даже. Я вообще 10-й, что? В смысле? Я 5-й. Так, ладно. По рампе едешь, да? Нет, я проехал ее. О-о-о-о-о. Надо Артема обогнать. Сколько рампа? 9. О, Леша, тихо. Ой, Олег. Здорово, Леша, как дела? Ты ничего себе слоу. Я уже тут давно объехал. Здорово, Лешек. Ну вот Артем, значит. О, че, куда он про. О, че? Провалился. Это что, Максим? Ай, прям смотрите, ребята, битва вот в нос-нос едем сейчас с ним. Ну что толкаешься, Артем? Что такое, не понял? А ну-ка, что он первый? На скорости 45 миль в час, извините меня. Вы что, правила не соблюдаете? Догда! Повала инспекция скоростная. Догда. Будьте любезны, ваши документы, сер. А, так вам еще и 18 лет, значит, прав, так пройдемте со мной. Ладно, Леша, это жиза, знаешь, это жиза. Вот, у меня почему-то всегда, когда на велике езжу, всегда такое происходит, пацаны. Вот не знаю, что такое. Прав на велик нет. Есть вообще-то права на велике, есть, не надо. Есть. У меня не есть, кстати. 69! Это число везде. Это число просто везде, ребята. Оно преследует постоянно. Симонов! Мы как Вин Дизель, знаешь? Давай! Блин, он все равно... Так что, куда ты? Смог... Нет! Что происходит? Да дайте проехать! Офигеть! Охренеть, да, ребята. Вообще мало слышу, там друг друга перетолкали. Мне это нравится, ой, перетолкали. Алёша просто такой, знаете, самый умный, да, вначале проехал, да, и я всё. Я не стал лжать, я чувствую, что-то надо прижаться, так, и всё. Так, господи, почему все толкают? Отлично, сутки. Отлично. Я на опыте, просто я знаю, что... Так, но все равно, как бы мне это не мешает вырваться на вторую примерно позицию и догнать, да, собственно... Да, рано, как говорится, говоришь. Рано, какая рано. А смысл я вообще еду, там же, это, Волрайт. Ну да, вроде да, я не помню, что там будет. Но я еду второй. За мной хвост, кто там? О, Догда, ну здравствуй, здравствуй. Почему я десятый? Ну почему? Ты как собачка за хвостом, знаешь, должна носиться. Так. Олег, можешь там сделать дыровую прокладку, пожалуйста, чтобы все люди застопорились на 5 секунд, чтобы я их догнал? Извините, но мана закончилась, не могу. Мана? Ультуй, сейчас ультану, пацаны, сейчас ультану. Я тебе манку даже, сука, с комочками дам, только сделай. Ну давай потом как-нибудь. Олег любит манку с комочками, ставь. Нет. Ой. Мальчики, ставьте 3 лайка, если до сих пор в садике вам дают. 3 лайка, не ставьте 3 лайка, ставьте 2 лайка. Так. Я вот 9-й еду, помогает же немного. Давай, давай. Но я вот 2-й еду. И Лёша 1-й. Я вижу Олега, да. Где рампы, блин? Когда же я уже догоню, Алексей? Арена 69, значит, там она. Мы просто сделали круг. Спасибо создателю. Ой, при натуре. Просто реально круг какой-то сделали. Михаил Круг. Михаил Круг, так. Не шути так, а то опасные пацаны. Блин! Немножко не туда залетел! Ай! Тут шутка должна быть опять. Ну блин. Ой, я помню прошлую рампу на аэропорту, так что... Я короче... Юхрена себе! А что бомбит у меня будет сейчас? Так, ну я хотя бы не один такой. Едем. Лаки это счастливчик же, да, если не ошибаюсь? Да. О, нифига себе, Волрайд! По мне Волрайд, прикинь почему? В смысле? Охренеть! Оно... Короче, я не знаю, как тебе... Ну, в общем, мы сейчас сами все увидим. Это прикол! Блин! Я, это прикол. Я решил почесать глаз сейчас, да, и, короче, и врезался. Потому что я знаю, кто чё чешет на записи. Ох, тихо, тихо! Ну прям перед рампой, серьезно! Бля, чувака снес и сам улетел. Зачем ставить эти, как они, воздушные пакеты? Сделай бесконтактный режим, это нереально. Ага. Ой, всё, приехали! Просто приехали! Пиздец, пиздец. Слов нет. Слов чем нет. Ехать там дальше, если там ничего нету? В смысле? Ебучая ты дыра. Нужна скорость, понимаете? Без скорости здесь никак. Скорость наркотик, что ли? Да. Да да! Колеса Олег подогнать. Подожди, там что-то вообще не туда. Нет, блин, господи. Там, что-то хрень какая-то. Ай, куда я полетел? Там ребята, а вот, только вы знаете, у нас сейчас была небольшая пауза, говорю, чё гонки такие легкие, а вот теперь-то чё у нас, а? Теперь-то всё? Тут можно, короче, это, немного вниз, как бы. Вообще, да, там вообще нереально! Реально всё, пацаны. Я прошёл, но меня снесло, блин, я лох. Ух, нюху, ты видал это? Лёха, ты видал это? Так, так, в смысле, чё это за дрифт такой, чё я валю боком сейчас, а? В жопу, сука, ненавижу! Ой, Лёша бомбит! Хорошо притормозил и хуёво упал!
Так. О! О, давай, давай, давай! Нужно, нужно, нужно! Держись, держись, держись! А вы что? Так, ай, чё за тупой контейнер, а? Есть, 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 есть! Ой, гребаный контейнер. Так, нет! Лёха, я видел, как ты летел! Я столько прошел, столько прошел. Мог быть одним из... Да! Ну, Догда первый опять финишировал, короче. Я не знаю, что такое. Ой, так, ну ладно. Пробуем дальше. Артём, 73, 87, 80. Звоните, значит, называется 24 на 7. Алло, Альбукерке ржёт, да, номер. Где Рам? Где там Трам? Что? Чекпоинт? Что? Блять, ненавижу. Это что вообще за рампуля? Да, она сделана вообще дефолтными этими. Вот мне тут кажется, Артём мне сейчас вот этот, который ты сейчас... О! Давай, ну давай, 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 давай. Блядь. Давай, давай. Где вертолёт? Олег, ты прошёл рампу? Стой. Парни, я имею... Да! Да! Прошёл! Yes. Могу ли я просто Догде сказать, чтобы он как бы вертолёт сделал, чтобы ну как бы... Нет, он уже читы удалил свои данные давно. Лёха, вот это было ништяк аниме. О, ребята, я проехал. Ну, блин, я почти ее проехал, но там снесло. Я просто, я контролирую, понимаешь, Зентурн, если есть Зентурн, то ее можно очень, как бы, очень аккуратно не ехать, и контролировать ее можно на ичах. Не могу. Ну ты что, Виктор какой-то впереди меня едет, но я, скорее всего, уже не обгоню. Давай, 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 давай. Да! Прошел. Да. Ну тут просто финишная прямая, ребят, все. Не, пройдите мне через Тимвивер, пожалуйста. Финиш! У-ху! Туннелинг, ребята, гонка 5 из 5. Угу. Сейчас на самом деле будет странная гонка, потому что вот в этой гонке рампы вроде бы нет. Я ее не проходил, но рампы здесь вроде нет. Есть просто фишка в другом. Том, Олег добавил ее полгода назад, да. То есть, там и это как бы маленький кусочек для вас, господа. Да, ребята, такого, просто... Это не изданное, знаешь, есть в конце некоторых там фильмов. Так, ну блин, ну... Это расширенное издание, сука. Да. Типа бонус, это как получается, типа бонусная гонка. Что такое? Вот, ребята, в чем фишка. Вот тут туннель, короче, вы проедете в нем. Бля! Да, я еду. Вот в чем фишка, короче, этой гонки. Посмотрите просто. Отлично, отлично. Вылупились. Хорошо. Машина не едет, сука, не едет. Ну, прикольная такая гонка, согласитесь, как бы, да? А почему у меня загрузка? Да хоть... Серьезно? Олег? А... Че, Догду скидываем? А, тихо! Дурачок. Идиот. Че ты делаешь? Вот зачем? Я думал, это Догда. Ага, ну да. Так, нужно проехать все спокойно здесь. Отлично, отлично. Блин, аккуратно! Охренеть! Ай, занесло! Надо было больше кругов ставить. Надо было больше кругов ставить, мне кажется. Зачем специально это делать? Что, не нравится, что ли? Ну, а, фу, успел финишировать, просто там догоняли, короче, ребята, о, ну гонка прикольная, то есть за счет этого туннеля, да, но кругов было мало. Сука. Так что, ребят, на этом заканчивается наша сегодняшняя серия, обязательно ставим большие пальцы вверх, подписываемся на каналчики, если еще этого не сделали. Да, да. И всем адьос, амигос. Всем пока-пока, ребят. До скорых встреч, глава. Муа!